Так, ну вот таковы единственные претензии на объем вполне реальны. Надо очень большое изображение. Слишком долго будет возиться. Что-нибудь небольшого размера, но еще раз говорю, задача добиться эффекта объема. Вот для всего вашего гигантского контура сделайте объемный, ну, хотя бы начало головы. Вот небольшую часть. Попробуйте сделать объемную. Три человека идут по правильному пути. Вот смотрите, вы сделали контур. Где и как начнете ставить точки? Сверху сделаю. Ну, сверху это правильно, чтобы не размазать их рукой. Не в этом дело. Первая серия точек ставится прямо вплотную в контурной линии. Помните, когда с карандашом работали? Что получается, если между контурной линией и тенью у вас светлая полоса. А если в этом месте нет ребра, то у вас объем не светится. Максимальная частота точек рядом с контурной линией в тех местах, где вы хотите показать тень. И дальше постепенно уменьшается. Смотрите, у вас пока в некоторых местах точки слились, получилось что-то типа линия, да. А в других местах разрыв между ними, пятна. Да. Вот этого не должно быть, вот здесь у вас аккуратнее лучше. Вот, теперь лучше. Вот смотри. Так, народ, на секунду, все сюда собрались. Я понимаю, что это очень увлекательным занятием, но ведь задание было совсем плохо. Если ты не хочешь пробовать работать в такой технике, ладно, ради бога, можно там как-то работать самостоятельно. Но в этом случае ты никогда не научишься просто. Ну, потому что задание ведь не случайно дается. Если у тебя есть желание овладеть объемной техникой туши, надо работать. Вот смотрите, народ. Дело в том, что наша рука и наш глаз встроены достаточно занятным образом. Вот человек не собирался проводить линию. Но, тем не менее, посмотрите, точки выстроились по кривым. Да? Понятно почему? Ну, поставите точки. Вот так поставили серию, следующую серию, следующую серию. И у вас невольно получается полоса. Вот если вы хотите создать эффект равномерной тени, ну, как на тех рисунках, которые я вам показывал. Вот здесь, допустим, какие-нибудь полосы есть?
Нет. Хорошо. Как избавиться от полос? Разумеется, поставить хаотично точки, заполняющие пространство случайным образом. И у вас эффект полосы исчезнет. Вот так. Принцип понятен? Теперь, для того, чтобы подчеркнуть объем, объем максимально подчеркивается не просто большим количеством туши, вылитой на определенном месте, так? А степенью различия в яркости. Поля остаются совсем свободными. Вот здесь точки стоят на каком-то непонятном, страшно большом расстоянии друг от друга. А теперь мысленно попробуйте их вообще исключить. Вот точки очень далеко друг от друга, вроде они не нужны. А у вас от этого восприятия объем пострадает, если вы их исключили? Да, разумеется. Дело не в том, сколько туши вы куда-то выбухали. Так, обратите внимание, даже в самых темных местах это сплошное тушевое пятно или нет? Ну, вот посмотрите внимательно. Нет. Это очень густо стоящие точки. Никаких сплошных тушевых пятен. Угу. Ну, давайте посмотрим, что у кого получается. А, еще 5 минут. Попробуйте на таком большом участке, а вот здесь вот. Сократите размер, но зато вот попробуйте в этом небольшом размере показать хорошие варианты объема. То же самое. Не надо много-много-много разного. Ну вот возьмите цветочка, доведите до ума. Чтобы действительно возникло ощущение не единой, не единственной теневой полоски, а объемности фигуры. Бояться не надо совершенно. Туши не кусаются. Пробу можете делать очень много, завалить треугольницу. Смотрим, что у кого получилось. Так, ну на самом деле легкий, не совершенный, конечно, пока что, но легкий эффект объема вот на этой половинке получился. Вот здесь вы просто, конечно, натыкали точек. Никакого эффекта объема нет. Вот давайте я немножечко поработаю с этой половинкой рисунка вашего. А, у вас к тому же еще и перо порисовало. А где ваш тампон? Тушевая техника неспешная. Здесь нельзя ждать быстрого результата.
Что здесь изображено-то вообще? В данном случае это совершенно не важно. Какая-то околосферическая форма. Ведь не было конкретного задания. Задание было передать объемы. Ну, давайте смотреть. Верхний сектор, восприятие верхнего сектора. К восприятию сферы приближается. Вот так. А если вот здесь еще отработать, то эта половинка станет более сферичной даже, чем эта. Ну и здесь бы хорошо, конечно. Увеличить концентрацию. Работать с представляемым объектом, на самом деле, в принципе, достаточно своеобразная задача. Не у всех это получается. Не у всех одинаково хорошо развито. Некоторым проще работать с натурой. Ну, а некоторым наоборот. Вот примерно. Так. Ну, вот, Коль, смотрите, вы пока что делаете? Вы пока создаете некоторые участки с одинаковой плотностью. Так? Много ли участков с совсем одинаковой плотностью на объемном рисунке? А их почти не бывает. Если вы хотите передать объем, это всегда градиент, это переход от высокой плотности положения точек к низкой плотности. Так? Вот создавая равномерные такие участки, вы объем никогда не передадите. Ну, это уже будем учиться на самом рисунке делать. Так, вот у вас очень хороший градиент получился. Вот посмотрите. Вот здесь представление об объеме вполне складывается. Так, это только начало. Начало очень хорошее. То же самое. Немножко грубовато. Вот здесь у вас переход между совершенно черной полосой и достаточно редким, сразу редким точкованием смотрится как достаточно грубый. Но это вполне излечимая вещь. Так? Хорошо, что вы не наляпали много-много точек по всей площади, потому что дополнить всегда можно. Так? Технику. Да, это вот лучше работали? Нет. Ну вот, вы нашли друг друга. Эта техника для вас вполне. После того, как немножко чисто технические задачки порешаем, допустим, вот здесь. Первая серия точек не в стороне от линии, а прямо сливающаяся с линией ставится. Ну, это потом научимся. Угу. По мере работы с рисунком. Но для вас эта техника будет вполне рабочей. Ваша. Немножечко хотя бы, вот здесь вот, так, хотя бы слегка стало получаться. Не надо бояться бумаги, все у вас выйдет в конечном итоге. Спешить не надо и бояться не надо. И все получится. Засим, сливаем уж обратно пузырьки, делаем это аккуратно. На готове имеем марлю, если что-то пролили, сразу убрать. Ну что, немножко почувствовали, как пером работать? Ну тогда, вторая половина работы. Натуру для этой вашей работы можете выбирать сами, любую. Так. И сейчас на остатке времени сделать наброс. Если хотите мелочи, если хотите крупные, совершенно другое. Набросок буду проверять, корректировать очень строго.
Ну, потому что ушивая, ошибка потом не исправляется.